130 участников со всех уголков Ненецкого округа, 3 насыщенных образовательных дня, 6 тематических площадок и столько же кураторов. На Ринмаре стартовал региональный форум «Молодежь-83». В этом году он пройдет под слоганом «Энергия округа». Сегодня состоялось официальное открытие большого молодежного съезда. Более сотни самых активных, любознательных и целеустремленных представителей молодежи в возрасте от 14 до 30 лет собрались в Нарьян-Маре, чтобы стать частью регионального форума «Молодежь-83. Энергия округа». Четвертый по счету форум собрал участников с различных, даже самых отдаленных уголков региона – Ниси, Харуты, Омы, Нижний Пеш и Усть-Кары. Представитель последнего поселка Павел приехал на форум, чтобы найти своих единомышленников. И я приехал на форум, чтобы найти здесь минимум одного участника из каждого населенного пункта нашего округа, чтобы в дальнейшем взаимодействовать со всеми селами, чтобы решать общие вопросы под одним знаменем молодежи, и чтобы все села объединились и делали большие, красивые проекты. У каждого из участников здесь есть свои цели, достигать которые они будут на протяжении 3 образовательных дней. Программа форума разделена на 6 тематических площадок. «Ты предприниматель», «Патриот», «Добровольчество», «Арктическая школа права», «Российское движение школьников» и «Координатор». Последняя соберет на одной площадке молодежь из сельских населенных пунктов, тех, кто на местах занимается реализацией молодежной политики. У нас с ними предстоит огромная задача. Они взвалили на себя, скажем так, непростую ношу быть проводниками у себя в селе идей, использовать по полной возможности государственной молодежной политики и, собственно, взаимодействовать и налаживать контакты с Нарьян-Маром, с федерацией, с регионом. Кроме работы на определенных тематических площадках, участников ждут общие лекции и тренинги. В рамках форума ребята смогут попробовать себя в конвейере проектов и получить грант на его реализацию. Образовательный форум «Молодежь-83» завершится в воскресенье ярмаркой детских и молодежных организаций. Ирина Цебетова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».